предлагается для того, чтобы наши связи не были просто на словах, экономически обосновать это все, открыть торговый дом здесь у нас в Чадырлунге от города Солигорска и в городе Солигорске, открыть торговый дом от Чадырлунги, от Гагаузии, для того, чтобы наши товары могли поступить на рынок города Солигорска, а те товары, которые производятся в Солигорске, наши люди могли бы покупать здесь, в Чадырлунге, Гагаузии. Они производят и калийные удобрения, там разные направления, и химический завод у них сегодня строится, который сможет обеспечить не только Беларуси, но и за рубежом всеми необходимыми удобрениями для сельхозработников здесь, в нашем регионе, который мы, к сожалению, не производим, и надеюсь, что их добавки, их удобрения помогут нам повысить урожайность. Конкретные шаги, был подписан новый договор о сотрудничестве, потому что, к сожалению, последние 16 лет я уже ранее говорил, что никоим образом никак ничего не делали. Поэтому подписан был новый договор о сотрудничестве, и я думаю, что делегация от города, может, подключим от Гагаузии представителей для того, чтобы поехать и обсудить конкретно те планы, которые обговаривались сегодня, уже внедрить в договорные отношения.